Спортсмены отработали новые болевые и удушающие приемы, технику в партере, а также получили дополнительный соревновательный опыт. С дзюдоистами работали тренеры спортшколы номер 4 и заслуженные тренеры Украины, наставники из Донецкой области. Это наша жизнь в дзюдо, и мы хотим, чтобы на фоне этого мероприятия, чтобы все поняли, что то, что происходит в странах наших, не должно касаться ни спорта, ни детей, ничего. Всего в учебно-тренировочных сборах приняли участие 60 человек, 45 воспитанников спортивной школы номер 4 и 15 спортсменов из Донецкой области. Участников товарищеской встречи и первенства Анапы приветствовали почетные гости соревнований. По итогам встречи со счетом 6-3 первое место завоевала команда анапчан. Спортсменам вручили медали и грамоты. 200 участников городского первенства по дзюдо представили все филиалы 4-й спортивной школы на татами спорткомплекса «Рай». Во всех весовых категориях, как у юношей, так и у девушек, была серьезная конкуренция. Призеры и победители соревнований отправятся на первенство Краснодарского края, которое состоится в конце января в Армавире.